врачей, которые я сейчас сдам подписи по всей Москве и на футболе, и везде. Добрый день. Желаю вам удачи на выборах. Вернем Москве ведический секс и культуру. Точно, да. В моем лице. Здравствуйте. Для серьезных вопросов, таких как выборы мэра Москвы, нужно уметь договариваться, нужно иметь политическую гибкость, нужно иметь опыт. Что за митинг тут? Несанкционированный, вообще ЛДПР проводит. Конечно, у меня не было никаких иллюзий, но я привык идти всегда до конца. Я сдам сегодня также письма в мою поддержку. Не нотариальную уже, а просто поддержку 116 депутатов. Это вот поддержка моя, потому что у нас муниципальный фильтр 110. Я это все сдам, понимая, что, конечно, этого недостаточно для регистрации. И я прекрасно понимаю, что Собянин принял решение, что Дмитрий Гудков в этих выборах не участвует. Собянин выбрал удобно себе спарринг-партнеров. Все, да? Ну, останьтесь, послушайте. Держитесь. Мэр Чебурда! Больше миллиона подписей. Возникали проблемы с депутатами. Как вы понимаете, парадоксально, что единороссы давали мне свои подписи, а оппозиция не давала. Как вы понимаете, я конкурент для тусклых лидеров оппозиции, которые не могут между собой договориться, судятся друг с другом. Повторяюсь, я единственный кандидат оппозиционный, который собрал подписи и продолжает борьбу за то, чтобы пацанов поддержать Москвы замучили, затерроризировали. Ведическая культура, секс, площадки, обряды в театральной игровой форме. Все это я гарантирую. Как гарантирую после победы парад нестерильной любви. Всех ориентаций без какой-то установки, гейская, не гейская, парад любви нестерильной, он для того и сделан, чтобы радовать всех, а не только какую-то часть общества. Все. Я это мэр это я. Миллион москвичей за меня, ведь я это ты. Ты – это я, мы все едины, хоть нас даху. Опа, Джигурда! Ну, как-то так, ребят. Скажите.